Абсолютно любой человек должен помнить о правилах безопасности при переходе через железнодорожные пути. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя, ведь несущийся на огромной скорости поезд может просто не успеть затормозить в случае, если на рельсах окажется человек. На платформе «Воронок» в Щелково прошел плановый профилактический рейд по информированию граждан о том, что не стоит рисковать собственной жизнью и здоровьем и переходить железнодорожные пути в неположенном месте. Мероприятие провели сотрудники администрации округа совместно с представителями РЖД и полицией. Здесь достаточно известное место, здесь давно взломано ограждение, его много раз заваривали. И люди продолжают все равно ходить для того, чтобы попасть бесплатно на платформу, продолжают здесь прыгать с платформы. Это очень опасно. Объясняем людям о том, что это очень опасно, что не стоит экономить ни деньги, ни время в обмен на жизнь, что это несопоставимые вещи. На данный момент ищем пути, которые могли бы позволить нам сделать забор более крепким, возможно, бетонный забор здесь поставить. Такие профилактические рейды на постоянной основе проводятся в городском округе Щелково. Жителям регулярно напоминают об обязательных правилах при переходе через железнодорожные пути. И взрослым, и детям всегда нужно быть очень внимательными и осторожными, а также переходить пути строго в установленном месте. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.